Понятие «социальное предпринимательство» вошло в нашу жизнь относительно недавно, но это направление набирает популярность. Самое главное, что делают такие предприниматели, они пытаются не только заработать, но немного изменить мир вокруг себя. На Российском инвестиционном форуме в Сочи наградили лауреатов конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года». Следующая спецноминация фонда «Навстречу переменам». Проект «Этнографический уголок для дошкольного учреждения. Зырянский мир в куклах. Республика Коми. Город Сыктывкар». Людмила Вячеславовна Алдушина. Пожалуйста. Компания «Теле2» вместе со своим партнером, фондом «Навстречу переменам», уже второй год выбирает лучший проект в сфере детства. И это не случайно. Социальная ответственность – часть стратегии компании. «Теле2» активно поддерживает предпринимателей, которые помогают сделать жизнь чуточку лучше и насыщеннее. Особенно важно привносить лучшее в жизнь наших детей. Проект Людмилы Алдушиной именно такой. Воспринимает мир ребенок в дошкольном возрасте через игру. Вообще осознанно в жизни происходит через игровую деятельность. И куклы – это самое эффективное такое. Со всех времен уже по традиции, уже давно известно, что через куклы он постигает мир, социум, и легче донести информацию какую-то о мире. Начиналась история в детском саду номер 74 с небольшой выставки «Я люблю свою республику». Потом мастер-класс, а сейчас уже этнографический уголок, который со временем разрастется до настоящего музея для дошколят. Здесь уже участвуют не только воспитатели и мастера. Мастер, да, Людмила Вячеславовна, здесь, конечно, уже участвуют и все родители. Вот благодаря родителям в нашем уголке у нас уже сейчас есть всякие утюги, прялки, костюмы. Такие интересные моменты, которые уже в жизни не пользуются, а в уголке они хранятся. Это уже заинтересованность родителей. Проект «Победитель» не просто место, где можно рассмотреть вещи с историей. На занятиях детки узнают о традициях, пробуют сделать что-то своими руками, проникаются любовью к своей малой родине, осознают ее уникальность. Целевая направленность, достигнутый по итогам реализации проекта социальный эффект, результативность проекта и регулярное финансирование – главные критерии отбора компании «Теле2». Проект Людмилы Алдушиной им соответствует. Людмила, поздравляем вас с победой в номинации «На встречу переменам». Компания «Теле2» дарит вам смартфон для пользования связью и сертификат на безграничное общение в течение 6 месяцев. Можете пользоваться, использовать это в своих бизнес-делах, чтобы ваше направление деятельности было на благо общества и дальше продолжалось в том же духе, в котором оно идет сейчас. Мы хотим, чтобы Людмила не останавливалась, да, и пошла дальше. У нас есть очень замечательный конкурс под названием «Навстречу переменам». Он всероссийского масштаба. Вот, и мы хотим, чтобы Людмила также подала заявку и туда. Победители конкурса получают грант более 1 000 000 рублей на дальнейшее развитие своего проекта. Собирать лучшие социальные инициативы в сфере детства фонд «Навстречу переменам» начнет весной, а в конце года станут известны имена финалистов.